Здравствуйте, с вами Андрей, продолжаем играть в Wasteland 2. Так, и что-то у нас то ли не отхилило, то ли я не понял. Так, набор накладываний швов у нас вообще один, да? Соответственно. Берем всякую дрянь. Кстати, там было дофига этих монахов. Вау! У одного типа? А, это ж торгашка, наверное, да? Крутяк, чё. Естественно, Ральф перегружен. Куда это все девать? Вот сейчас лут попёр просто косяками. То его не было, то теперь, знаете, уже впору орать горшочек не вари. Так. Я боюсь, уже все не унесу. Так. Так, лексиканим мы все сбагриваем тогда. Так, что у нас слишком тут? Слишком много всякой гадости. Так, разберем что-нибудь. Например, вот это. Так, не бесит. Так. Что у тебя еще? А, вот еще платонный топор. Так. Нет. И все что-то слишком много. Чего-то слишком много. Так, ну это можно просто выкидывать. Кстати, а как? А, ну да. Кстати, может быть надо было что-то юзать с этими штуками, но я не знаю. До того в игре особенно не приходилось переодеваться. Так. Ну ё-моё, да что ж всё не так-то? А что у нас весит столько? Штрафов на нём нету никаких. Непонятно. В Альфе что не так? А, ну в принципе, во, кстати, патроны. Патроны. Кстати, весят они довольно дофигища. Так. Да,
Сейчас проблема перегруза стала в полный рост. Непонятно, что и куда девать. Так, допустим, сюда же ему дадим. О, окей. Здесь тоже как-то так. Лексиканин перегружен. Ну что ж ты будешь делать, а? Что у тебя столько весит, а? Фрагменты витража? Нет. Я не знаю, ну, наверное, патроны. Так, эти мы не юзаем, эти мы не юзаем. Эти мы не юзаем. Короче, выкидывание. Так, патроны. Выкидывание патронов не помогло. Так. Еще, видимо, ему вот эти мешают. О, окей, да. Ну все, теперь, ну. Так. Индекс-то качаем. Так. Так. В остальном все, в принципе, нормально. Единственное, что надо подлечиться. Сейчас у нас будут очень серьезные бои, я так подозреваю. Кстати, у нас тут еще большое количество этих... таких фигней. Ну, я думаю, мы выйдем с этой заварушки более-менее с деньгами, потому что распродадимся довольно капитально. Хотя нам нужно будет разбираться и с медикаментами. Так, ну что, сохраняемся, идем убивать этого Кару Джонса и вообще Мэйвезеров всяких и прочих уродов. Потому что мне вот эти ребята уже порядком надоели. А Вера, кстати, где она? В принципе, эта винтовка удобна, вот когда у меня 9 очков хода в ней стоит. Вместо 10. Так забавно уклоняется. Матрица, блин. Матрица Wasteland Edition. Так, вроде все. Так, берем только патроны и, может быть, какие-то модификаторы. Так, снайперский прицел берем. Что-то берем. Так. Это ключ. Ворота для вышки. Окей.
Так, лунный ствол сюда же. Что такое? Грузик свечи. Окей. Так, соответственно, птички тоже берем. Кстати, у этой дуры-то может быть неплохо с медикаментами. Они, по-моему, не обшмонали. О, РПГшник. Это годно. Так, хорошо, годно. Так, теперь... Теперь подхиливаемся. Получается, что третья радиовышка это вроде. Вариантов-то нет. Тут не две радиовышки. Тут одна всего лишь. О! Вот это сейчас будет эпик. Тан-та-тан. Тра-та-та-та-тан-та-тан. Тра-та-та-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан. Тан-тан. Главное, чтобы... А, черт, они все решили выходить. Их очень много. Так, ну что? Тран-та-тан. Тра-та-та-та-тан-та-тан. Так, у нас будет лексикальный, да? Хэппи энд! В общем, эпичной битвы не получилось. Зато экспы дали дофигища. Так, с этого товарища что-нибудь может уникальное выпадет. Бронь, причем довольно хреновая. У нас лучше бронь. Так. Причем они с пистолетами нам дают дробовики. Но... Да, мы отлично справляемся просто. Отлично. Так. Я так думаю, что пора бы что-нибудь модифицировать. К примеру, вот эту антиматериал райфл. На ней, не, например, нет прицела. Снайперский прицел, думаю, их вполне пойдет. Так, теперь модифицируемо. А здесь и модификации у нас имеются. Так, как луч смерти, что там еще? Цевьё, да? Ну, блин, у нас лазерного прицела нет еще. Окей, кто у нас перегружен теперь? Почему? Чем? Уже может ходить. Окей. Сейчас еще раз посмотрим. Да, но сюда надо будет несколько раз ходить.
Да, я подозреваю, что я лишил вас многих любопытных квестов, но мне уже, знаете... Знаете, как-то по барабану. Так, сейчас, секундочку. В том смысле, что квесты, блин, дизайн их таков, что мне уже ворот радиовышки, какой-то подаль навыков. Вот это он? Нет. А где радиовышки бастиона, кстати? Да, Вера просто исчезла. Окей. Личная комната для медитации. Вы знаете, у меня что значит? То есть, как бы вот у нас даже мы... Секундочку, мы обшмонали этого товарища. Так, вот он, да? Может, у него ключик есть какой-то? Нет, вот он. То есть, получается, что в эти комнаты попасть нельзя вообще. Да? Ну тогда это, в общем, довольно странно. Так, где радиовышка бастиона? Пошли искать ее. И это у нас что здесь такое? Это двор. Где радиовышка? Господи, ну почему здесь такой кривой дизайн локации? Я не знаю. Наверное, здесь где-нибудь. Скорее всего. Так. Да, 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 да. Все верно. Хоть это я нашел самостоятельно. Так, идем сюда. Наверняка там еще охрана стоит. Склон горы обезображен огромными ржавыми буквами, сломанными нечитаемыми. Короче говоря, понятно, здесь была надпись Голливуд, окей. Вот так. Что у нас здесь? Понимаете, опять же, вот была бы, например, в игре какая-нибудь карманная кража. Я мог бы этот ключ у него украсть. И оп. А, вот они, уродцы еще есть. Их довольно много. По крайней мере, трое сейчас еще выберут. Так, слушайте. У нас есть граната. Давайте пропишем. Правда, рукой я уже наношу намного больше урона, но ну да ладно. Зато сразу двоим. О, побежали, побежали. Так. Ага. Так. Держи гранату, а. Сейчас мы засветим. Да, что-то не очень круто. 68 всего.
Блин, и опять... Не, ну неудобно так, на самом деле. Понимаете? Вся проблема в том, что тактические бои в этой игре тоже кривовато. Потому что все, практически все локации представляют собой совокупность коридоров. Они очень узкие. И, блин, вот из-за этого я сейчас не могу ничего делать. Ну ладно, будем кидаться гранатами. Мне уже, честно говоря, пофиг. Денег у меня сейчас будет много. Главное, чтобы гранаты были еще, хотя бы одна. Да, есть граната. Давайте лексиканим ее и кинем. Так, можно зацепить все? Вроде да. Окей. Не, мне порадовал, конечно, разборка в главном зале. Все вроде. Так. Передаем. Вроде должно быть все норм. Так. Сейчас проверим, может у них есть что-то интересное для нас. Какое-нибудь оружие крутое, там, не знаю, что-нибудь еще что-то. Нет, в принципе, все норм. Совершенственный чок. Чемодан доктора. Так. У нас есть ряд медикаментов. Что хорошо. Да блин, я не хотел его брать. Ладно. Так. Что-то надо тяжелое отдать нафиг. Кому-нибудь. Раньше перегружен, окей. Так, вот это нафиг не надо, это нафиг не надо. Так, все, пошли. Так, ну где у нас радиовышка-то? О боже, тут еще у них низонная пушка стоит. Да, еще у них рубеж обороны. Блин, их мягко говоря, немножко дофига. Ну ладно. Главное, чтобы у меня патроны не кончились, пока я их изничтожаю. Ну опять лексиканил в своем любимом положении и никуда не может двигаться. Гренадером убиваю первым делом, собственно. Так. Ой! Йоу!
Ладно. Будем продвигаться вперед. Так, я так понимаю, что эту тварь мы достать не можем, да, не можем. Причем с виду как-то не скажешь, что у нее базука, если честно. Ну окей, допустим. Так, минус эта тварь. Минус эта тварь. Мясная серия, конечно, получается, пипец. Но их тут очень дофига, на самом деле, я не знаю. Их реально дофига. Так, минус еще один уродец. Так. Начинаем бить эту гадость. Так, так я до нее не достану? Да, конечно, не достану. Дробовик, конечно. Не самая такая вещь. Хорошая для дальней дистанции. И так понятно. Так, значит. Берем СВДшник. Раз. Два. Так, это пустой, окей. Так, 7, да, это не хватает. Интересно, где у него голова? Где не знаю, но я попал на него в 207 сторону. Все. Так, ну что? Я надеюсь, теперь-то они кончатся уже, а? Так, большой вес, аптечку отдаем Розе. Этому. Черный бронежилет, это, конечно, круто. Только это не бронежилет. Это всего лишь одежда, которая ни на что не влияет. Ой, логика этой игры иногда непонятна. О, Циолит. Вот Циолит — это полезная квестовая вещь. Это полезная квестовая вещь весьма. Так, Циолит я не взял? Подождите. Сколько тут мешков с Циолитом, ребят? Что-то я как-то до хрена набрал сейчас. Да, до хрена, три мешка. Так, один Ральфи, один Лексиканиум, один... Чё, окей. Ну, Ральфи тоже у нас приближен. Блин, ну что ж такое? Короче, все плохо. Так, нафиг. Нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Так. Ральфи у нас, насколько у него сильный перегруз, да довольно-таки сильный. Один еще. Боже мой. Чего же эти энергоблоки такие тяжеленные? Ужас какой-то. Да, и перегруз сразу же сильный. Что-то кушать.
Потом все будем собирать. Возможно, я сделаю это за кадром. Так, вот она, радиовышка, наконец-то. Фу. Так. Добавим панель навыков и... База Санта-Фе слышит вас, ЭК-1, продолжайте. Мы подключили транслятор к передатчику Грифти. Прием, вас понял. Подождите, я пробую установить связь с стадыбом. Если эта вышка не справится, нам уже ничто не поможет. Недолгие помехи и шум. База в Санта-Фе вызывает стадель. Стадель, как слышите, прием. Повторяю, база в Санта-Фе вызывает стадель, как слышите, прием. Говорит генерал Варгас, Вудсон, это ты? Вас понял, генерал, нас слушает группа ЭКО. Благодаря им мы можем транслировать наш сигнал с мощной вышки Грифти. Прием. Вас понял. Кажется, вы с отрядом ЭКО отлично справляетесь. Что с отрядом Фокстрот? Прием. Боюсь, отряд Фокстрот погиб. На тех, что остались в Санта-Фе, напали собаки-мутанты. Я жив только благодаря отряду ЭКО, который вовремя подоспел. Сейчас отряд ЭКО пытается узнать, что произошло с вертолетом. Пускай они сами вам все расскажут. Кроме того, они засекли новую угрозу, о которой вам стоит узнать. Переключаю. Стой, подождите. То есть, получается, нам надо только две вышки активировать? Или вроде уже считается она активирована, да вроде. Я ничего не понимаю, окей. То есть, у нас, видимо, сюжет пошел дальше. Ну что ж, я не против, честно говоря, мне нянчиться с этим Вергилием совершенно не хочется. Вот совсем. Так. Говорит ЭК-1, закончилось топливо, вертолет упал в Санта-Фе и до Сил-Бич, пешком мы не смогли добраться. На юге сильный радиационный заслон. Пытаемся лучше противорадиационные костюмы. Прием. Вас понял, скажу меркаптан заняться схемами костюмов. А что там с угрозой, про которую говорил Луцан? Какой-то сумасшедший по имени Матфей обозлился на рейнджеров. Он знает про цитадели и собирается мстить за то, что мы убили его детей. В кавычках. Если бы мне дали по 5... кусков лома за каждого психа, который нам угрожал, я бы уже был миллионером. Но думаю, вы правы насчет Матфея. Вдруг это он организовал отряд на атаку на отряд Фокстрот. Я обращусь к своим должникам здесь, в Аризоне, чтобы у нас точно хватило ресурсов для отражения неожиданных атак. Постарайтесь узнать все, что возможно от этого Матфея. И держите нас про этого Матфея. И держите нас в курсе про отряд Фокстрот. Еще что-то скажете? Прием. Никак нет, прием. Принял ЭК-1. Меркаптан что-то придумал насчет схем радиационных костюмов. Пришлю их Вудсону. Вудсон, подтверди, пожалуйста, прием. Немного помек. Вудсон на связи. Получение схем подтверждает. Прием. Вас понял. Вудсон обсудит подробности с группой ЭКО. Берегите себя. И так держать. Конец связи. Говорит Вудсон, хорошие новости, ЭК-1. Я был прав насчет Солита. А вот дурные новости в том, что нам его понадобится очень много. Где-то 50 фунтов, это больше 20 килограмм. Он должен быть медицинской чистоты. Начну все готовить на своей стороне. Когда добудет солид, возвращайтесь в Санта-Фе, и я займусь доработкой костюма. Все ясно? Прием. Вас понял, конец связи. Окей. Так. Что это значит? А что это значит? Стоять. А. Это буганула рамка, окей. Просто у меня тут, блин, рамка пропала. Ой, баги. Так, 4 очка. 7 очков. Взрывотехника или зоркий глаз? Давайте взрывотехнику. Странно, я что, не прокачал взрывотехнику? Нет, я вроде прокачивал, может быть, не знаю. Какая-то. Так. Роза уже прокачала второй вид оружия на максимум. И что и качать дальше, я уже не знаю. То есть, в принципе... Сейчас буду и задиру качать, его будет смех. Потому что я не знаю, что еще качать, честно скажу. Так. Лексиканин наконец-то получает рукопашку 10 и становится адским сухуной. Так, Ральфи ждет, пока у нас будет... А, атрибуты уже есть? Вау, у нас... Между прочим, мы до 40 уровня докачали нашего главного персонажа. Говорительного, скажем так. И чего-то ему нужно... Так, а что с ним такое? А, контузия, окей.
Ну ладно. Ну что, пока нормально все с ним будет. Так, чтобы ему качнуть то. То есть интеллект мы пока качнуть не можем. Харизма, сила, скорость, комбинация. Фиг его знает на самом деле, что ему качать. Потому что когда харизма у него 10, у него основная функция его, в общем-то, выполнена. Так, тогда сделаем по-другому. Роза тогда... А, это уникальный, что ли? Помощь подходящего инструмента для настоящего врача. Гулян на панель навыков. Можно им воспользоваться? Нельзя. Сколько он еще будет у нас длиться? Не понял. А счетчика нет. А какого подходящего инструмента можно удалить контузию? То есть, типа, она у меня теперь все время будет? А хирургии зачем в игре тогда? Все такие вещи не могу удалять. Я офигею, без баяна. Так, антибиотики. Это явно не то. Противоядие тоже не то. Простая аптечка. Я боюсь, что не поможет. Так. Короче, тут... Что-то непонятное, прямо говоря. Так, тогда, наверное, я очко атрибутов пока распределять не стану. Чё, контузия-то? Насколько она затянется? Так. Уже все. Ладно, пошли отсюда. Надеюсь, что все эти вещи у нас не исчезнут. Потому что пока мы ничего не можем подобрать больше. Все уже загружены. Что пипец. Так. Давайте еще подлечимся слегка. Да, но я по-прежнему лейтенант. Выше лейтенанта здесь подняться нельзя. Хотя, как бы, прокачка заканчивается задолго до конца игры. Прокачка звания. Я не знаю, зачем мы ее вообще сделали тогда. Это повышение звания. Вот сейчас мы опять же не видим того, что вот видим здесь. Абсолютно. Просто вот какой-то символический переход в другую локацию. Окей. Сейчас, наверное, еще в Лос-Фелизе на нас все будут нападать. Да, вы знаете, я не хочу сейчас зачищать Лос-Фелиз. Потому что мне, честно говоря, лень этим заниматься. Пойдемте лучше через церковь. И... как он называется? Там, может быть, остался еще один этот придурок. Который сомневающимся был. Вот, и... он один всего лишь. А вот в Лос-Фелизе там может быть очень много народу. И, скорее всего, они... Да. Ah!
кстати, у него когти дракона. Что ж такое-то, а? Ничего нести не можем. Что? Вы это видели? Слушайте, я отказываюсь понимать эту игру. То есть сейчас он нам не отображает, что мы перегружены. Оу, игра, ты супер! Ты супер-пупер-дупер. Я не знаю, что еще сказать об этой игре. Я просто в шоке, если честно. Так, а выпустить их, конечно же, мы не можем, да? Давайте сейчас попробуем открыть эту фигню. Хотя смысл, мы сейчас все равно ничего уже не внесем. Так, критический успех. Черная кожаная юбка. А давайте ее наденем, что ли. Например, вот так. Куда там, вот сюда надо. Выпустить их, конечно же, нельзя. Они тут так для либо для квеста, либо просто для декорации. Скорее всего, для какого-то квеста, но квест только один, то есть, соответственно, мы не можем их просто так выпустить. Все это очень глупо и очень криво. То есть, например, вот допустим, дали нам этот, квест, вот этот, по зачистке всего этого дела, да? Казалось бы, ну, наверное, мы бы могли договориться с Мэгги, да? Мы могли бы, так сказать, ей помочь. Но как-то вот все это как-то очень... реализован очень-очень по-идиотски. Так, давайте-ка нам пообщаемся с нашим товарищем Рэмбо и продаемся от души. Продаемся, правда, толком ничего не продадим, потому что у нас не хватает. Не хватает ничего. В смысле, вес не особенно мы можем переносить большой. Так. Ооо, 7000. По-моему, это самое большое количество денег, которое у меня было за игру. Так. Так, 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 поэтому отдаем, так, соответственно, здесь так, как говорится, распродаемся просто от души. Только не нужно. Так, у нас уже 9 косых. А это значит, что... что мы можем сделать-то? Мы можем хорошенько закупиться боеприпасами, как мне кажется, это для нас актуально. Так, кстати, вот надо патроны. Так, здесь... ну, правда, с боеприпасами у нас все и так неплохо получается теперь. 199 это вполне, вполне прилично. Этих 90, то есть это все, все у нас имеется. Во! Вот этому надо купить боеприпасы и, наверное, купим все. Которые доступны. Отлично. Так, здесь с боеприпасами все хорошо, у Розы с боеприпасами все хорошо, здесь они не нужны.
Короче говоря, с боеприпасами все отлично. Теперь по поводу аптечек, а здесь их нет в продаже. Такая вот фигня. Так, тогда закупимся еще всевозможной взрывчаткой. Хотя у нас уже вроде бы все неплохо, но стоит, как мне кажется, это сделать. Так. Вот. Это так. Еще у нас есть какие-то? Не, ну в принципе есть, конечно, еще гранаты. Давайте все гранаты скупим. Есть. Так, есть ли еще какие-то ненужные вещи? Типа боеприпасов не того калибра. Наверняка есть, только я их сейчас не вижу сходу. Да не, все в принципе норм. Так, к тяжелым вооружениям мы закупились, в принципе, неплохо. Теперь надо бы где-то найти эту хилилку, как мне кажется. Так, сколько там? Чуть-чуть, у меня небольшой перегруз. Можно сбросить какие-нибудь гасители сюда. О, теперь все, в принципе, нормально. Что ж, теперь давайте сделаем следующее. Сходим в Санта-Фе Спрингс. И, соответственно... Вообще, давайте сделаем следующее. Я сейчас, наверное, запись прерву. И серию мы завершим. Значит, а я за кадром поделаю некоторые вещи. А именно, так сказать, чем-то закуплюсь, что-то продам. В общем, ну и, соответственно, наверное, продолжим мы Санта-Фе Спрингс, где, соответственно, у нас будут какие-то... Мы, соответственно, сдадим этому... Как его называется? Как его звать? Я забыл. Вудсону, короче, мы сдадим весь циолит, который у нас есть на руках. Тогда будет все нормально. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей. Всем пока.